В ближайшее время в Кентау планируется реанимировать обогатительный цех. Сегодня зарубежные инвесторы подписали трехсторонний меморандум с Акиматом и Палатой предпринимателей. Китайские партнеры планируют вложить в предприятие 2 миллиона долларов. На эти деньги будет реконструирован старый обогатительный цех. Инвестиция будет вливаться поэтапно. Первый этап – это закупка необходимого оборудования. Второй этап – запуск производства и дальнейшая уже реализация проекта. В целом, выпускаемый конечный продукт – это смешанный медно-золотой концентрат. Этот концентрат активно используется в производстве металлургии, в сфере металлургии, в производстве золота и меди. Поэтому сбыт у этой компании имеется. Кроме того, наши китайские инвесторы берут на себя обязательства по созданию 100 рабочих мест. Из 100 рабочих мест 90% это будут местные жители. Это первый опыт сотрудничества этой китайской компании с Казахстаном. Вложенные средства гости планируют окупить за 3 года. Запуск планируется в следующем году.